всем привет на канале Мусали. Сегодня в работе у нас Ларгус. Автомобиль разобрали, поверхность обезжирили, подготовили к проклейке. Вот штатная шинка. Авто, небольшая полосочка. В салоне под местом водителя, то же самое переднего пассажира. В общем, по минимуму. Все по минимуму. Двери. То же самое, вот такой квадратик ребрухи приклеим. И считается это достаточно. По передней двери. Ну, аналогично. Небольшой квадратик ребра. И на этом производитель успокоился. Естественно, этого всего у нас недостаточно. Багажник автомобиля. Голые арки. Такие вот огромные. Никакой шумки в автомобиле нет. Крыша, посмотрите. Такая большая площадь. И вся голая. Ни одного кусочка вибра, не говоря уже о шумоизоляции. Будем все это исправлять. И проклеивать. Приступаем к работе.